Здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Максим Мадзе, и у нас снова сегодня моды на когда сыт соседа. И первый мод своим видом уже привлекает внимание. Называется он когда сыт соседа через вселенные. Его сделал Спайди. Давно уже просит его снять. Короче, менюшка выглядит классно. Я уже второй раз пытаюсь перезаписать это видео. Первый раз, когда я записывал, Бандикам глюкнул и не сохранил запись. Поэтому вы, к сожалению, не увидите. Очень жаль, вы не увидите первых эмоций с этого мода. Мне очень жаль, но это виноват Бандикам, не я. Короче, такая вот менюшка, такие звуки, такая вот музыка. Если мы наведем на знак вопроса, мы увидим вот это. Это мод от Спайди. Это мод через вселенные. И тут есть сюжет. Советую вам читать все, что пишут в подсказках, описаниях и о мыслях Вуди о той или иной вещи. Текст сливается немножко, конечно, но пофигу. Ютуберам советую снять полностью игру. Хорошо. Авторы, когда запускаешь игру, почему-то пишут, что это Social Media Live Production сделали. Хотя это абсолютно не так. Social Media Live Production на такое, к сожалению, не способны, мне кажется. Так, короче, у нас здесь три уровня таких вот руководства. Это альфа-версия. И давайте посмотрим. Начало. Вы попали в альтернативную реальность с вашими атомами. Происходит неизведанная чертовщина. Вуди стал похож на Ротвейлера. Почему-то с маленькой буквы надо с большой писать. Скорее выбраться надо из этого карманного измерения. Джор рассужит тебе все, что происходит. Хорошо. Поехали. Мы играем тут за соседа. Ладно, продолжим. Мы с командой думали, что сможем открыть портал в другие миры. Мы хотели стать межгалактическим шоу. Мы были близки к успеху, и мы смогли извлечь ДНК того, где есть везде. Ротвейлер, ленивый жердяй, есть во всех вселенных. Я не мог понять, почему он существует во всех вселенных. Да и сейчас не до конца понимаю, как. Мы создали телепортер и назвали его Телемат. Классная отсылочка. Спасибо за отсылочку, Спайди. Очень классная отсылочка. Мы думали, мы добились идеала. Я вызвался быть испытателем. Я переместился и увидел, что существуют и другие версии нашей студии. Где-то это культ, а где-то вообще целая корпорация. Я был ошарашен, начал сразу проводить эксперимент. Сосед только в этом уровне, видимо. Тут целая инструкция есть. Я попросил ученых создать этот телефон для связи с другими студиями. Понятно. Так, короче. Это у нас хромакей. Очередной хромакей. Иногда я физически не могу быть на съемках. И эта штучка меня спасает. У меня, кстати, к сожалению, не такой хромакей. У меня хромакей вообще самодельный. Я взял из гаража вешалку для курток. Большую такую. Купил зеленую такую ткань, подходящую для хромакея, и нацепил на вешалку. Вот такой вот хромакей. Недорогой, не очень, к сожалению. Хороший, но неплохой. Идем дальше. Все было прекрасно, мы позвали тебя на студию. Вчера уже просили провести съемку в другой вселенной. Ты был счастлив, что тебя узнают вся вселенная. Но мы не учли одного. Ты был врагом Ротвейлера, а как ты знаешь, портал состоит на его клетках. Возможно, вы враги на молекулярном уровне, и поэтому ты в другой вселенной похож на соседа. Портал хочет искоренить врага. Такая вот классная менюшка тоже вот здесь.
Вселенная 3310. После того, как мы переместились из карманного измерения, вы очутились в мрачном измерении. И измерении И, наверное. Здесь вы видите довольно похожий дом на дом Ротвиллера, но он как будто заброшен. И все огорожено. Вам надо проникнуть внутрь здания, ведь вы чувствуете энергию телепортатора здесь. Подсказка. Некоторые вещи спрятаны на их виду. Хорошо. Запомним это. Короче, Ротвейлер, короче, пилит тут палки и идет пытать Вуди вот здесь. Довольно жестоким образом. Долго. День один. Тут записка. День один. Я пытался сбежать, но Ротвейлер меня поймал. Он использует палки и заостряет их. Протыкает ими сначала мою одежду, задевая кожу, режет раны потом. Это так ужасно, я не могу так жить. За что мне все это? Если вы чудом найдете меня живым, пожалуйста, помогите мне. Я сбежал второй раз и пишу записку. Он меня не может найти. Ключ около меня, я его спрятал, чтобы он не нашел его. Странно, что Ротвейлер не может найти здесь ключ. Это вообще просто удивительно. Нафиг. Отвернемся, чтобы не слышать этих громких звуков. Сундук. Возможно, здесь есть что-то ценное. Надо проверить, но он закрыт. Может быть, здесь есть ключ? О, тут записка. Надо посмотреть, что там написано. Мы уже ее прочитали. Так, мы не успеваем взять все вещи. У нас есть единственное, чего мы можем, это открыть пока сундук. Мы добыли телемадзе. Какое классное название. Заряда хватит только на одного. Надо спасти Вуди из этого измерения. А мы играем за того же самого Вуди. Как-то странно немного. Я, кстати, когда первый раз осмотрел мод из неудачной записи, которую бандикам нифига не сохранил, там я начал пакостить с... Ну как, сначала Вуди освободил с помощью телепортатора, а уже потом применил... Нет, я сначала не успел... Короче, я спас Вуди телепортером. Потом сосед пошел пилить доски, я там ничего не успел сделать. А когда настало время типа Вуди пытать, которого уже здесь нет, игра просто взяла и вылетела. Так что надо пакостить именно сначала здесь, а потом здесь. Вот так вот красиво. Вуди наш уходит. Так, и последний уровень называется «Сосед курит в сторонке». Земля 615. Здесь сосед любит переезжать от тебя. Вуди этого мира уже забил болт на Ротвейлера и нашел новую жертву. Но частицы портала у него все же остались. Коробка, подсказка. Коробка не просто так. Действия, выполненные профессионалами, не непонятны мне, что там написано. Короче, не будем это смотреть. Красиво сделано очень. Ha ha ha!
Короче, здесь есть два. Я на этом уровне подзатупил немного, когда первый раз пытался записать видео. Не мог понять, как сделать пакости с курением. Куда, в смысле, ее сделать? Здесь есть два пути, как попасть сюда. Прямо вот здесь. И два пути, собственно говоря, у нас избежать получается есть. Короче, коробка не просто так, как нам подсказали. Можно попробовать выковырить порох вещами отсюда. Нужно вставить сюда динамит. Вот этот. Я не знал, что... Я затупил именно здесь, не знал, что надо было его туда вставить. Потом как-то догадался. Как это надо было сделать. Интересно, что там, где окно? Как там выглядит проход этот? Так, ну и все, сделали, получается, мы. Да, не очень мне нравится, как вот это вот выглядит. Я бы убрал бы вот это вот, что видно будет там. Ну и сейчас он покурит и все. Так, ну и все, собственно говоря. Гениально. Поздравляем с прохождением игры. Это было Альфа 1, и поэтому здесь все сыро. Шрифт тут жалко. Поменять надо было. В следующей альфе я постараюсь сделать все гораздо лучше. Середина, конец, возможно ли прохождение. Так, короче. Надеюсь, мы очень будем ждать продолжения. Я обязательно его сниму, когда оно будет. Продолжать это стоит. Мод, естественно, хороший. Нет. Ошибочка. Это идеальный мод. Вот что надо поставить. Это просто отличный мод. Надо обязательно сделать продолжение. Мне прям очень понравилось. Очень понравилось, серьезно. Ну ладно, у нас есть с вами еще мод. Погнали дальше. Ну а следующий мод называется Neighbors from Hell Green Screen. Green Screen, зеленый экран типа... Короче, менюшка выглядит обычно, только на английском языке. Я не помню, кто мне этот мод прислал. Так, introduction. Тут почему-то на английском все. Ну и пофигу. Давайте прочитаем на английском. First steps. The first step is always the hardest. On this level you can practice. Is before the show begins. Here you can try controlling Woody, making him go through the doors and change floors. Try this out before plunging into the first episode. Hint. Listen carefully to what the director has to tell you. It will make things a lot easier. Play episode. Loading data. Joel in a presence, neighbors from hell in the first steps. Welcome to neighbors from hell show, blah 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 blah. I know with that. Let's go, Woody. В
loud quality sounds, believe me. Я сказал, короче, я на английском сейчас сказал немножко менее качественный звук, поверьте мне. А, ну тут в настройках так, потому что, смотрите, нельзя почему-то поставить высокое качество звука. Я не понимаю, почему. Так, давайте дальше посмотрим. Не знаю, почему, вообще не отличается ничем первый уровень. Ну, давайте посмотрим. Onwards and upwards. On to the next step. Now that you know the basic controls, you can devote your attention to the details. What objects can you use? How can you find them? How do you do playing the trick? Now, finally, the neighbor gets in all too. Playing your first trick on him. Watch him go mad. Why stop now when you have so much fun? And whatever happens, Woody must get out of the neighbor. Могу чуть-чуть запутываться. Oh yeah, yeah, green screen. Green wallpaper in the background. Игры GTA и Red Dead Redemption научили меня по-английски говорить как-то. По-моему, GTA и Red Dead Redemption меня научили говорить по-английски лучше, чем в школе. Там по акценту, там по некоторым другим словам. Так что в чем-то игры бывают полезными, если что. Подписчик наш один. Рустам Велиулаев, я смотрю, тоже любит английский. Ну, правда, мне кажется, я знаю английский лучше него. Он мне часто демонстрирует, как он по-английски умеет говорить. Но не очень-то. Иногда не очень-не очень получается. Chest to drive still locked. Fuck is level. Вообще уровень не изменю. Так, короче, ладно, давайте на первый уровень пойдем. The first trick. The neighbor is quite a nasty customer. As will become obvious our time. It's a rare thing to find him quite sitting on the sofa. And we know the expansion of the rule. But what he keeps so quiet, only to keep a watchful eye on everything around him. Woody for one doesn't like it all. So he decides to drop in on his neighbor. You don't have to find all the tricks in one episode to complete it. Я не умею идеально по-английски говорить, так что извините. О, shit! Color green с background. Mm-hmm.
Where is microwave? Okay. Okay, okay, okay. Do it. Go away, go away, neighbor, go away. I think the way is drop. Come on, backstabbing prick. Watch me. Бриллиант. Так, последний уровень, да? Поленился что-то автор немного. Birthday surprises. It's the neighbor's birthday. And he celebrates a happy day with the best friend himself. He blows out the candle and wishes himself on the best. Now and then he takes a quick peek into his letterbox to see if anyone has sent him a birthday card, or maybe even another parcel. What a miserable way to spend your birthday. Woody decides to pay his neighbor a friendly visit. Sometimes it's necessary to change the neighbors around with a trick. Play episode. Ah, shit, fucking green screen. Okay. Very strange mod. This is strange mod. Drawing in this picture. Very funny. Go away, neighbor. Open fridge. Это все, да? Типа. Okay. Mm-hmm.
бум. Окей, левел комплит. Это все, да? Ладно, пора оценить мод. Как же бы нам оценить этот мод? How will you rate the mod? I can put nothing but a minus. Very strange mod. So what? It's a green background on the level. What? Просто это самое. Просто какой-то зеленый фон на уровнях. Уровни-то даже и не все. Может, ну, может быть, это первый мод автора, конечно, поэтому не строго не стоит судить, но, блин. Извините, да. Я кроме минуса больше ничего поставить не могу, к сожалению. Ну что ж, такие вот у нас сегодня были моды. Один хороший, один идеальный, точнее, один плохой. Ну что ж, на этом все. С вас лайк, подписозы, а с меня эпичные видосы. Подписывайтесь также на стримерский канал, чтобы не пропускать прямые эфиры. На следующей неделе там будет стрим. И вступайте также в группу ВКонтакте. И всем пока.